По поводу преемственности я не согласна, что она прервана. Я согласна, что был трудный период для кино, потому что действительно не было финансирования, многие студии развалились. Ну, такая была политическая, экономическая ситуация в стране. Но преемственность есть, она сохранилась. И я за то, чтобы больше отечественных фильмов показывали в кинотеатрах, именно тех, которые получили какие-то награды и призы на фестивалях. Сколько я вижу прекрасных картин, частенько участвую в кинофестивалях, и очень редко они доходят до широкого зрителя. Это неправильно, и я считаю, что это просто зеленый свет должен быть для этих фильмов, широкая улица и популяризация нашего отечественного кино, которое полностью может лечь на плечи телевидения очень успешно. Это самый главный ключ к решению задачи.